Всем здравствуйте! Сегодня мы прочитаем для вас замечательный рассказ Константина Ушинского «Трусливый Ваня». К Ване это отношение не имеет, он у нас не трусливый, но рассказ мне прочитать поможет сегодня. Замесила мать Вани тесто в квашне и поставила на печь киснуть, а сама ушла к соседке. В сумерках пришел Ваня домой, окликнул, никого в избе нет. Вот и хотел огоньку вздуть. Как слышит, кто-то на печи пыхтит. Видно, домовой, подумал Ваня, затрясся от страха, выпустил из рук лучину, да бежать. А в торопях наступил Ваня на кочергу, а она его по лбу. «Ай, ай, батюшки, помогите, помогите!» Завопил Ваня и хотел было вон из избы. Да на ту беду разулся у него лапоть. И Ванюшка прихлопнул дверью оборку от лаптя, растянулся в сенях и вопит. «Ай, батюшки, ай, соседочки, помогите, отымите, одержите меня домовой!» Прибежали соседи, подняли Ванюшку ни жива, ни мертва. А как узнали, в чем дело, то стали над ним смеяться. Долго потом еще дразнили Ванюшку и расспрашивали его, как это он испугался теста в квашне, кочергу в углу и лаптя на своей ноге. Оставайтесь дома, будьте здоровы и читайте книжки наших прекрасных русских писателей. Детское радио!